«Клуб молодости» в этом году отмечает 50-летие. Это литературное объединение стало школой для многих начинающих писателей. Большинство вятских поэтов и прозаиков так или иначе связаны с молодостью. Стены библиотеки имени Пушкина для членов клуба «Молодость» почти как родные. Именно здесь чаще всего проходили и проходят творческие посиделки любителей литературы. Все началось в далеком 1963 году, когда поэт Владилен Кожемякин вместе с Альбертом Лихановым начали собирать вокруг себя молодых писателей. Это было время шестидесятников, когда страну советов захлестнула волна поэзии. Говорят, что в те годы не писали только ленивые. Они и прибегали после работы в клуб «Молодость», чтобы окунуться в мир литературы и оказаться в кругу тех, кто также мечтал овладеть искусством слова. Отсканировали журналы старые, где, например, там написано, значит, было столько-то человек, пили чай с пряниками. Караваев выпил 3 стакана чая, съел 2 пряника. Кто такой Караваев, знают старейшины, они нам об этом расскажут. Помимо общения, новых друзей, интересных встреч, многие из участников клуба получили здесь путевку в жизнь. Большинство наших вятских поэтов прошли через молодость. Это была настоящая школа литературы. Профессионалы учили молодежь основам писательского ремесла. Были семинары, обсуждения, приглашали писателей из Москвы. Клуб стал своего рода культурной средой для ищущих. Впрочем, и сегодня традиции живы и сохраняются. Сейчас, когда говорят, что книга отмирает, что поэзия не нужна, тем не менее, клуб наполнен, приходит очень много молодежи, очень много присылает рукописи. То есть жажда выразить себя через поэзию, жажда услышать поэтическое слово, и не только поэтическое, прозаическое слово, она как бы не иссякает совершенно. В преддверии большого юбилея, который широко отметят 30 ноября, клуб «Молодость» встретился с друзьями и читателями. Все они смогут познакомиться с историей клуба тет-а-тет. На днях будет издан сборник воспоминаний «Золотая книга молодости». А пока те, кто пишет сегодня, уже в 21 веке, продолжают радовать нас новыми прекрасными строчками. Куда спешат автобусы осенние, взлетая над асфальтом голубым, они моя надежда и спасение. Юлия Шалаева, Руслан Быкасов, Вести, Киров.